заместителю директора по начальному обучению Сидоровой Татьяне Павловне. Дорогие наши ребята, уважаемые родители, гости, сегодня действительно удивительный праздник. Маша. Осенний, первый день осени, день знаний. Он всегда вызывает особое волнение. Особое волнение сегодня у наших 11 классников. Дорогие наши выпускники, соберите все свои силы, все свои возможности, и чтобы аттестат у вас в конце года был такой для поступления в те учебные заведения, в которые бы вы мечтали и поступили. Удачи вам во всем, от всей души желаю. Особое поздравление нашим малышам, нашим первоклассникам. Дорогие первоклассники, у вас тоже сегодня очень волнующий ваш день. Вы сегодня первый день в школе. Школа открыла для вас дверь. Вы сегодня встречаетесь со своими первыми учителями. Будьте послушными, старательными, добрыми. Ну а школа, учителя все для вас будут делать, чтобы у вас были только пятерки, только хорошие отметки. Большое поздравление своим коллегам-учителям, терпения вам, дорогие мои, здоровья и хороших учеников. Родители, от всей души тоже поздравляю с праздником Днем знаний. Будьте нашими помощниками, союзниками обязательно. Без вас школа, конечно, не выдержит. Очень надеемся на вашу помощь. С праздником всех. Выпускницы школы, ученицы 11 класса Павловой Марии. Дорогие первоклассники, выпускники, школьники, учителя, поздравляю вас 1 сентября, Днем знаний. Хочу пожелать всем первоклассникам хорошего учебы, слушателей и любителям ваших учителей. А вам, выпускники, стоит очень трудный год. Поэтому хочу пожелать вам набраться сил и преодолеть все трудности. Добрый путь!